Здравствуйте, друзья! Дискуссия по поводу конкурсов, которые нам бы замутить, как-то так толком и не состоялась. Поэтому я возвращаюсь к изначальному, значит, предложению, которое там было. И мы делаем конкурс видео на тему, как наш канал отразился на жизни вот человека, который участвует в конкурсе. Видео. Я бы хотел видеть какие-то истории. Это может быть просто человек, рассказывающий что-то. Это может быть видовое. У нас были люди, которые снимали там, мы 2 года назад делали такой конкурс, они там города свои снимали. То есть видеоряд у них был такой очень симпатичный. Чего мы не пропускаем там, это музыкальное сопровождение, которое приведет к наказаниям всяким со стороны YouTube. Поэтому либо вы уже никакой музыки туда не вешаете, либо воспользуйтесь той музыкой, которая есть на самом YouTube. Там есть вот такое местечко. Вот если, когда у вас свой канал, и вы смотрите, что там есть, там у вас есть Creator Studio, как она там называется. Вот, и там много музыки всякой. И, значит, вы можете брать такую музыку, которая не требует ссылки на автора внутри самого видео, там, или там в описании к видео, вот, чтобы ссылок не было, потому что мы не хотим быть ни с кем в конфликте. То есть, если нужно музыку, выбирайте из того, что YouTube предлагает бесплатно, раз, и без ссылок на кого бы то ни было, два. Там, на самом деле, очень-очень большая коллекция всяких мелодий. Так что можно оттуда взять. Но я вас уверяю, что если это будет без музыки, тоже будет неплохо. И что еще? Хотелось бы, чтобы было это снято относительно прилично. То есть, конечно, ценность самой истории не пострадает, если, допустим, снято плохо. Но общее впечатление от видео пострадает. Поэтому я бы хотел видеть какой-то high definition там, но если не 1080, то хотя бы 720. И, собственно, сегодня любой селфон, там, смартфон, значит, позволяет это сделать. Что еще сказать? По продолжительности у нас как бы никаких таких принципиальных ограничений нет, но я не знаю, сколько нужно времени. Что еще? Эти видео будут висеть у нас на канале. Я сделаю какой-нибудь плейлист для этого. Они не будут нумероваться никак. Вы, соглашаясь участвовать в конкурсе, вы как бы все права на эти видео отдаете нам на канале. То есть не то, что мне зачем-то нужно там, но просто чтобы не было потом выяснения отношений, что вот это мое, а я там дал на время, а потом хочу забрать. Вот как-то без этого. Да? То есть как бы сам факт участия в конкурсе, значит, говорит о том, что вы не возражаете, чтобы это видео у нас висело. Кроме того, у нас есть призы. У нас есть призы. Такой наиболее привычный, что ли, приз для нас и удобный — это флаг американский, большой, красивый, сделан в США. Как-то вот он себя зарекомендовал как что-то такое желанное. Его пересылать легко. Понимаете, это не кружка там фаянсовая, которая может разбиться. Он относительно недорого стоит, но я не знаю, но там пересылка там, наверное, $10-15. Я думаю, что в минимальном раскладе нам флаг обходится там вот, допустим, долларов 25 вместе с тем, чтобы там купить и отправить. Хотя сейчас вроде флаги дорожают, но не суть. Значит, флаги. Я бы не стал, честно говоря, каким-то образом ограничивать количество призов вот такого класса, которые у нас есть. Но мы можем сделать 3 приза, например. 3 приза. Так, там пропустим девушку. Значит, 3 приза, которые будут подороже, посимпатичнее, там что-нибудь такое, я не знаю. Значит, во-первых, у меня есть
книжка, которая сейчас выходит с автографом, со всеми делами, я с ужасом думаю, сколько стоит ее пересылать, потому что она тяжелая, но ничего страшного. Значит, вот есть книжка, так что можно будет на выбор взять либо книжку, либо, честно сказать, не знаю что. Ну, допустим, что-нибудь там в пределах $50. Мы даже можем победителю вот этого приза сказать, ну вот если не хочешь книжку, тогда пойди там на любой веб-сайт, который хочешь, и купи что-нибудь там, в смысле, пришли ссылку чего-нибудь там за $50, мы ее приобретем и переправим. Можем так сказать, свободный такой конкурс. Вот, наверное так. Все, я считаю, что мы конкурс объявили. По срокам, ну давайте так, до... Сейчас у нас октябрь, там 7-е. Ну, давайте сделаем до конца ноября. Вот так, много времени у нас есть. Да, мы начнем потихоньку вывешивать. Это затравку такую даст многим людям, которые, может быть, сначала не хотели участвовать. Вот что-нибудь такое мы сделаем. Я хочу сказать, что в прошлый раз у нас в конкурсной программе участвовало хорошо так за 20 видео. Вот, так что такие вот пироги. Я надеюсь, так у нас тогда было 10 тысяч подписчиков. Мы этот конкурс делали на, ну не 10, 20, я извиняюсь. У нас тогда было 20 тысяч подписчиков. Сейчас у нас уже, слава богу, там 84,5. Поэтому я думаю, что, может быть, больше народу поучаствует. Может быть, мы на больших там как-то повлияли. Там и люди, которые профессию меняли, или у которых там настроение стало лучше, или там они там в семье как-то отношения изменились в хорошую сторону. Не знаю, честно, я даже представить себе не могу. Вот у нас там был человек, который пить, курить бросил в прошлый раз, я помню, из-за нашего канала. В общем, конкурс объявлен. Если я чего-нибудь еще не сказал, то я тогда скажу позже. Ну, а для того, чтобы итоги подводить, я бы не хотел этого делать сам. Я сам могу только сказать, что вот, скажем, какое-то видео я не могу повесить у нас на канале просто в силу каких-то причин. Я могу попросить его переписать там или что-то. А что касается объявления победителей, нам нужна будет какая-нибудь такая комиссия из наших зрителей. Я, может быть, посмотрю просто, кто у нас там наиболее активные пользователи, и попрошу их, и, скажем, чтобы было 3 человека, и они бы там как-то друг с другом уже скооперировались. Если кто-то хочет волонтером поучаствовать, значит, в качестве жюри, значит, тоже скажите, я, значит, с удовольствием там рассмотрю кандидатуру. Но это должен быть какой-то наш такой активный давний зритель. Известной широкой публике, чтобы не получилось, что я как-то вот так подтасовал там или что-то, откуда-то взял их, неизвестно откуда и так далее. Вот. Я просто пытаюсь уйти от обвинений в том, что я как-то не по-честному. Всегда вот кто-то вот рассчитывал на приз, знаете, вот некоторые рассчитывают, что он грин-карту выиграет от того, что заполнил application, а некоторые считают, что вот он там участвовал, и ему приз положен, и когда он получает, что ему не дали, он очень возмущается, обижается, отписывается, гадости пишет и так далее. В общем, я хочу, чтобы лично ко мне никто не был в претензии. Счастливо!